Приветствую всех на своем канале. В этом видео хочу показать, как быстро и оперативно спустить воздух или воду с отопительной системы, то есть из стояка. Я нахожусь в производственном помещении. Маленькое вступление. Как вы знаете, кран Маевского служит для стравливания воздуха из батарей, а также из отопительной системы. И также его придумали для чего? Чтобы не было большого отбора теплоносителя из системы отопления. Ну, я хочу вам показать, как, используя кран Маевского, в больших объемах спустить, к примеру, холодную воду. Если бывают такие случаи, воздуха в системе нет, а батареи холодные. Для этого надо выгнать холодную воду из батарей, из труб, для того, чтобы в них зашла теплая вода и пошел процесс обогрева помещения. Сейчас наглядно покажу. Это вы прекрасно знаете. Вот этот вот ключик. Внутри квадратик. Одевается на кран Маевского. И вот потихонечку вот такой вот струйкой бежит вода. Но она бежит довольно-таки медленно. А нам надо, чтобы быстро и сразу. Что мы для этого делаем? Я взял бутылку, сейчас покажу какую, вот такую плоскую, чтобы она лучше прилегала к радиатору отопления. Здесь произвольно ножом вырезал отверстие, можно сделать аккуратно ножницами под диаметр вот этой вот гайки, чтобы бутылка одевалась на радиатор. Здесь отверстие побольше, я прорезал, вот оно. Это для того, чтобы я мог спокойно подлезать рукой к крану. И теперь что я делаю? Оно плоховато будет видно. Вот через бутылочку вы видите, что ключик я одел на кран Маевского. Сейчас я буду его потихоньку откручивать и выкручу его вообще. Но я его вытаскивать не буду, а иначе... Тут я все водой залью. А чуть-чуть придерживая, я в большом количестве сразу быстро солью теплоноситель. Давление здесь в системе 4 кг на сантиметр в квадрате. Температура воды где-то градусов 40. Руку я не обожгу. Так, постараюсь сделать так, чтобы вы увидели. Ну, темновато, наверное. Ну ладно, попробуем. Так, вот вы наблюдаете, пошла вода. Вода холодная еще. Я дальше откручиваю. Сейчас вы по звуку поймете, что я сам кран Маевского открутил. Винтик, то есть. Вот сильнее пошла. Вот, все. Я его открутил и чуть-чуточку его придерживаю. Вот я его прижал, отпустил, прижал, отпустил. Вы по звуку чувствуете. Вполне я держу давление, я не выбивает этот винтик. Я спокойно рукой его держу. Вот сейчас я побольше его открыл. И как видите, вода быстро очень заполняет бутылку. Пол у меня сухой. Давайте подождем, пока бутылка будет полной. Вот сейчас я надавлю, вот я закрыл, чуть-чуть я опускаю, и напор воды, конечно, усиливается, потому что, еще раз повторяю, винтик регулировочный я открутил, и его не вытаскиваю. Ну, если у вас выскочит, я думаю, пальцем или рукой вы сможете перекрыть данное отверстие. Камеру, наверное, плохо будет видно, потому что здесь все запотело. Но по звуку вы будете понимать, что напор тут очень большой идет. Сейчас бутылка почти уже полная. Еще раз сейчас надавлю. Вот. Опущу.
Но это, конечно, надо аккуратно делать. Ну что, теперь буду закрывать. Надавил и кручу. Звук становится все меньше и меньше, меньше и меньше. Вот. Я перекрыл. Сейчас встану. Воды. Пожалуйста, полная бутылочка. Сейчас я ее вылью, а вылью я ее в окно. А почему в окно? Потому что за окном у меня крыша. Сейчас покажу. Вот окно открыл. Ну, одной рукой, правда, неудобно. Но выливаем. Так, ну на этом уже можно заканчивать. Все, что я хотел вам, я показал. А показал я вам, как быстро спустить из системы воздух, а также большой объем воды через кран Маевского. Понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, пока, жду вас на своем канале.